Прошу вас, Екатерина Евгеньевна. Хочу. Что не хочешь? Петь не хочу. А что ты хочешь, Сергеев? Сергеев, побить телек, что ли? Меня задрало тебя в спину смотреть. Это в детстве о чем мечтал? Подвиг совершить. Да, я тоже. Ну и как, совершила? А ты? Вон, в Москву приехал. Все в Москву приехали. Какое там бессмертие души, поэзия? Вот это все. Ты меня любишь? Очень. Если я вот знаю что-то нехорошее, не скажу. Меня примут в пионеры. Евгений Борисович, я устала осуществлять круговорот говна в природе. Чем бы вы хотели заниматься? Я бы хотела делать что-то важное, наверное. Мне кажется, я забыла, что нужно делать. Хотелось героем стать, как пионер-героем.